Магазин «Купи сувенир» в моем лице продолжает вас радовать интересными товарами, в частности, вот этой вот фоторамкой. Фоторамок у нас разных, в общем-то, приличный очень выбор. Сегодня хочу вам показать вот такую вот пластиковую фоторамку. Она несложная, такая вот, не знаю, по-летнему, что ли, там, по-весеннему оформлена. Бабочки, цветочки, какие-то вот растительные узоры. Значит, 4 фотографии помещаются, 2 горизонтальных, 2 вертикальных, размером 10 на 15. Значит, рамка сделана из пластика, ну, достаточно хрупкая конструкция, ранее бы ее не советовал. Вот, поменять фотографии тоже очень просто, раздвигаете вот эти вот задвижки, так называемые, вот, и достаете заднюю стенку и меняете фотографию. Все просто, в принципе, как в других любых фоторамках. Есть вот 2 таких вот металлические треугольнички, петельки, за которые эту рамку можно повесить на стену. Она очень легкая, порядка, не знаю, 200 грамм, наверное, не больше. Вот, сделана она с претензией, конечно, на такую имитацию металла, что ли, вот такой бронзы, такой протертой. Ну вот, посмотрите, вот так она выглядит со всех сторон. Я думаю, вы составили о ней представление, чтобы понять, подходит ли она к вашему интерьеру и вообще интересует она вас или нет. Спасибо.